хороший момент, и здесь была неплохая передача. Турнир таблицы по этому показателю на 33-м месте. Александр Першаков. Я так продолжается уже в равных составах добирается даже. Забросить третью шайбу. В меньшинстве по ходу этого сезона хозяев. И по-прежнему надежен Евгений Волохин. Статистическим параметром находится на 7-й позиции. Это его 10-й матч по ходу этого сезона. Почти 92% от Росков у него. Как будто бы сейчас зазывают к своим воротам мамонты Югры сибирских снайперов, но опять же, как бы тут не доиграться. Зрители 2-0. Вчера ситуация прямо противоположная. Кузенков, передача по борту, надо бежать, ускоряться, и можно бросать, но попытался завести шайбу в ворота нападающий. Вот хороший момент. Добавить в атаке не получилось. Шульга забрасывает шайбу за ворота. Лесов отъехал немного назад. И такая перед ним Сахаров. Надо включаться. Ну, со стороны действительно выглядело как нарушение правил. И тут же ответная атака. Выход 1-1. Бросок и потащил. Есть еще 35 секунд. Передача на дальнюю штангу. Ставили там одного. Юлия Лизенкова, но он по шайбе не попал. А вот сейчас выскакивает из-за спин защитников. Еще один подбор. На этот раз уже в центре зоны. 4 повода для радости. Ну, пока что продолжают они наблюдать за тем, как их любимцы 23 сентября, когда соперниками стали снежные барсы. И потихоньку и второй период уже приближается к своему завершению. И вот хороший момент. Но возвращался обратно к воротам и пытается сейчас разбежаться по флангам. Игроки команды гостей. Хороший момент. Бросок выше. Шаков за воротами. Еще один хороший момент. Так. Да, мамонты Югры. Ну, буквально разложили своего соперника в этой 20 минутке. 3 шайбы. Ошибок со стороны защитников сибирских снайперов. 2 очень похожих гола. Совсем скоро мы их снова увидим. Вот момент, и есть гол. А почему бы нет? А вдруг именно этот гол вернет сибирских снайперов в игру? Вдруг эта шайба станет тем самым эмоциональным толчком? Ну и в третьем периоде увидим мы совершенно другую команду Льва Бердичевского. Так, и еще один момент. Прострельная передача. Ну, даже больше на бросок это было. И сейчас неплохую передачу отдает. Ну, а здесь куда это было? Потапов. Выбрасывает шайбу. Передача на клюшку сопернику. Буквально через одну передачу сибирские снайперы. Евгений Волохин. Возможно, тут уже играет решающую роль. Усталость, которая накопилась вот за эти два дня и за эти... Ух ты, вот хороший момент! И успевает выдвинуться навстречу нападающему Евгений Волохин. Ну, здесь играет он практически на опережение всех своих действий. Я думаю, Евгений... Ой-ой-ой, что здесь выдумал защитник? Момент, выход 1-1, бросок! И выручил индивидуальные действия. Причем, в первую очередь, индивидуальные действия защитников. Воевать